накрываем на стол обедать. Дэнни пожарил халуми на сковородочке. Видите, какие они классненькие, прям вообще. Сверху такая корочка хрустящая, а внутри они сочненькие. Видите, какие они мягенькие. А сверху корочка. Красота. Красота вообще. Ну и вкуснота. Так, задержалась, но задержалась из-за жары. Делаю качет, качета плавится. А, даже еще нужно один раз переворачивать, но я уже не буду, потому что она плавится уже из-за такой температуры на улице. Короче, плавим все и мы, плавится качета. Она просто вообще тут растекается. Больше я не буду ни подогревать, ничего. А, я просто ее накрываю и ухожу вообще дома, что творится. Это наши самодельные клетки. Ну, это с улицы принесли вчера. Вчера притащили. Два лета, наверное, два года. И то лето, и это лето, да, мы как-то без них обходились. Вот, валялись они на улице. Что-то там подпортилось в этой гнипельной системе, поэтому муж переделывал. Да, только вчера вечером поставили, но я уже говорила, гадят они много. Вот, поэтому сейчас некоторых нужно перекидывать сюда, видите, они здесь вообще просто, просто вообще один на одном, вообще. Естественно, я сейчас не буду ни окна эти мыть. Так, кормушку сюда, банку нужно убрать. А теперь-то здесь гнипельная система работает. Все, они тут починили. Муж починил. Так, банку убрать, и здесь им будет нормальное место. По кормушку только сюда поставить. Не знаю, сколько сюда выкинула даже. Вот, и сюда кормушку. Все, ничего мыть, не очищать, никакие окна, стекла, конечно, я сейчас не буду, потому что 7 часов я уже давно должна была идти с козами. Пошли, пошли. Не туда пошли, не туда пошли. Ну-ка сюда, быстро, козы. Не видны? Ой, сейчас, вот сейчас. Ослихи эти слезут. О, этот сейчас. Покуха. Уйди. Видите? И вот надо обязательно кувыркаться, брыкаться, подпрыгивать. Прям вот самолет. Ага, ага, смотрите. А, вот так вам. Видите как? Ты где? Вот она. Ну, он над нами сейчас пролетает. Вот так вам. Вот так вам, непослушные козы. А то хотели уже от меня уходить. Гляньте. А? Видали? Ага, ко мне теперь. Ко мне? То зову, кричу тут. Они у нас часто летают, по несколько летают, этих вертолетов. Не знаю, какие тут базы, не знаю, что тут находится, ну, соседний рай... Блин, ну нет же в поле других дорог, а? Нужно меня снести. Плавится не только сыр, плавлюсь я, плавится вообще... Я даже не заглянула сейчас. Ну, кто-нибудь налил, там люди ходят же. Ай, цыплятам днем наливала несколько раз на улице. Что так темнее, что как будто вообще... Плавится все, плавится и сыр. Я уже говорила, там надо было еще раз его переворачивать, подогревать качету несколько раз на полчаса, да, там, чтобы она плавилась. Последний раз не стала, потому что она вся, думаю, она у меня сейчас вообще выльется из этих форм, вытечет. Потому что температурный режим явно превышен. Для этого плавления не надо даже газ включать, оно само по себе там все это. Жарко всем, жарко перепелам. Их же там много. Да много и немного, все равно. На ночь сейчас закрываем даже окно вот на это, на проветривание. Закрываем. Боимся, ну мало ли в эту дырку кто пролезет. Орел какой-нибудь, ласка, кто-нибудь, кто угодно. Да, крысы вроде уничтожили. Воевали с ними. Это я рассказывала, показывала. И травили. И в капкан так ни одна и не попалась. Ну, естественно. И... А теперь смотрю, вырыта дырка свежая, прям вчера у индюков.
там внутри у них, где они несутся, у индиков. И я еще говорила, я нашла... А, я показывала, да? Ну, кто смотрел, кто внимательный. На... Здесь на куче, на муравейнике, яйцо индюшиное. Вот, я так подумала, что это Динка. А муж, вон, косит, шумит. И до этого уже... А! Вчера он, наверное, косил. Говорит, яйцо нашел за сараем индюшина. Я тоже сначала думала, Динка, потом думаю, ну откуда она их берет? А к индюкам она пройти не может, потому что, ну, у меня птицы же в сетке во всякой, тут леса ходят, тут все ходит. Эти птички, как они называются, которые летают. Ну, не, они не ястребы, наверное, они какие-то другие. Они тут только и, понимаете, и над полями, естественно, и над нами. У нас птиц полно, и вот они высматривают. Но у нас и сверху сеткой специально там все закрыто, и бока, и верх. Вот, ну я думала, Динка иногда, когда она гуляет, когда яйца выносишь, бросишь их, бросаю, пока яйца, сразу-то не бегу домой, куда-то я иду, там еще своими делами занимаюсь. Вот, и Динка может, она просто побаловаться, схватить яйцо. Но вот чтобы прям вот так вот одно яйцо здесь, потом все, говорит, муж, за сараем, прям вот по несколько яиц она, я ж не дам ей играться, ну все, что я выгребла, и все, собаки. Вот, мне только уж потом дошло. Хотя сюда я так и думала, что Динка притащила. А когда муж вчера такой, говорит, за сараем еще скосил, и там яйцо. Это кто-то таскает. Вот, ладно, куриные таскают они. Индюшинные-то здоровые, да? Сегодня опять отравки напихала, еще оставалась отрава. Вот, нужно, конечно, добивать этих. 7 часов. Вышло поздно, то мы обычно с 5 гуляем до 7, да, мы уже в 8 часу приходим. А сейчас, если я в 7 вышла, естественно, я буду гулять до 9. Вот, до 9 доить буду только в 10 часу. Вот сейчас хоть помонтирую. Ой, целый день делала сыр, да. Завтра еще жарче. Ну ничего, то жаловались, холодно-холодно, дожди, вот, пожалуйста. Получите, распишитесь. Опять купаются. Девчонки, не пойдем, наверное, туда. Там опять купаются там люди. Они не пойдут. Есть люди, они у меня такие впечатлительные, такие прям нервные, так всего боятся, козы. Это они сейчас побежали туда, они еще не слышали, что там визжат. Жара, естественно, люди на речку приезжают. Я не люблю нашу речку. Вот эту. Ну, это ж красота. Это ж красота расписная, разноцветная. А то грязи мало. Ой, смотрите, смотрите. Кайфуют козы. Как им тут здорово, да? Это красота, иди покажу тебе. А? Повернись сюда, лицом-то своим. А? Алтай. Ой, есть в грязи, есть. Не, не уходим, нет. Смотрите, тут вам как хорошо есть-то, а? Нет. Теперь уже не загонишь их назад. Ой, здорово! Эти, гляньте там, глянь, кучку сбились. Козёл.
Альпуня. Маловато горчик. Ой, зато как здорово чесаться-то, да? Вообще, как здорово. Ну все. Какая-то ходьба просто началась непонятная вообще. Два лагеря. Одни туда. Никак не могу остудить воду для сыра, для просолки. Вот стоит кочетка. Да, уже можно. Уже можно ее помещать в рассол. Целый день сегодня. Чё ты делала? Угу. Успела накипятить воду только перед выходом, когда я уходила гулять с козами. А куда такая жара? Ну куда? Сначала, естественно, кипяток я не поставлю в холодильник. А вот ушла, вода была горячая, кипяток. Пришла, ну она такая уже, да, более-менее, ну, тепловатая, поставила в холодильник. И то, сейчас посмотрела, она... Это у нас вода просто припоганейшая, это все накипь там, это, естественно, мне нужно процеживать. Люди спрашивают, для сыра обязательно кипятить воду. Ну, не знаю, если у вас нормальная вода, вы же знаете, может быть, можно и не кипятить, потому что, ну, может быть, есть где-то в некоторых местах нормальная вода. Ну, в городе у нас, конечно, тоже не очень любят воду, но когда мы жили в квартире, то есть нормальная была вода, я никогда не кипятила, мы пили прям из-под крана, холодную, ледяную. Вот, потом уже переехали в свой дом, там безобразие. Вот точно так же, как здесь. Ванну набираешь, а вода просто ржавая. Ну, если у вас вода, как у нас, это не ведро грязное, это вот там такой осадок, вот эта, ну, ржавчина, вот эта вот ржина. Если у вас нормальная вода, вы же знаете свою воду, может быть, и не нужно кипятить. У нас вода просто безобразная. Так вот, что хотела показать, достала. У меня всегда лежит бутылка с водой в морозиловке, потому что мало ли что для косичек, да, прям все, вот теперь уже я могу, сейчас наведу соль, процежу. Всегда лежит эта бутылка в морозиловке, чтобы, когда косички тянуть, там мало ли нужна ледяная вода, тоже так же, на всякий случай. Вот, видите, и пригодилась сейчас. И хорошо я про нее вспомнила. А то думаю, сколько она еще будет, даже в холодильнике, сколько она будет еще остывать. То бы я уже положила, потому что он уже, ну, конечно, не совсем он остыл, но если я... Нет, остыл, нормально. Уже, видите, уже пожелтело, уже тут заветриваться начинает. Отправляемся на посылку. Сейчас, конечно, будем бачком тут вмещать. Я, смотрите, в этот раз сделала. Вот посюда форма, вот, ну, видно границы, да? И я что-то наворочила, у меня будут такие кочеты. Ой. Перестаралась. Гляньте, какие широченные. Ну, ничего. Нет, замечательно же. Прям вообще красота. Мы поместились, смотрите. Тут бы еще можно было одно сердечко. Да, если бы я их такие не делала, огромные, как раз место еще для одного сердечка. Все, солимся. Мои дела еще не кончаются. Так, давай я тебя тоже сюда впихну. Вот, как раз она... Не помещаешься, что ли? Вот так. Вот и замечательно. Да. Хоть пока...
Уже сейчас дело к ночи, сейчас жара хоть спадет, хоть как-то.